Здравствуйте, с вами Dirty Mock, и на этот раз мы переносимся в Россию и СНГ. Я хочу вам поведать о трех самых унижаемых рэперов, которых все ненавидят в России и СНГ. Итак, Потап. Вы знаете Потапа с Настей? Его ненавидят все, говорят, что это полная попса и туфта. Но Потап говорит, ему самому не нравится то, что он делает. Но он вынужден это делать, продался попсе, вы понимаете? Как можно так пасть низко? Я не могу это понять. На втором месте очередной рэпер попсовик, которого зовут... Как же его зовут? Подумайте. Итак, второй рэпер — это Павел Воля. Он вообще нифига не рэпер. Он не умеет читать. Он из Comedy Club. Он думает, что своими анекдотиками он добьется респекта. Но не так-то было. Он падает вниз в яму позора. И третий рэпер, который ненавидит вся Украина, а точнее Одесса, Максим Кролерик Доши. Он самая ненавидимая звезда Украины. Он был на трех шоу «Украина, мои таланты» раз. И потом был на втором шоу «Украина, мои таланты» и даже в «Минуте славы в Москве». И везде он не прошел никуда и был унижен. Страшнейшее унижение он испытывает на Ютубе. Постоянные дизлайки и угрозы. Максим Доши борется с хейтерами, которые доканывают его, караулят около дома и терроризируют. Но тем не менее продолжает работать над своими треками. Он делает только попсу, он продался. Максим Доши, еврей! Вот так, хоми! Три самых унижаемых рэпера от вашего кумира Dirty Mock. Запомните эти имена. Увидимся! Chuck.